Как часто страшную картину ты представляешь пред собой? Вот ты идешь, и дуло в спину, и ты за Господа герой. Как часто Петр всплывает в мыслях, глаза Христа, крик петуха и слов лукавых дешевизна и послевкусие греха. Как часто мы, ища ответы на важном интервью с собой, не узнаем автопортреты и спорим со своей душой. Мы говорим себе, возможно, когда-нибудь наступит час, и приподнимется безбожье, и брата брат врагу предаст. И если вдруг меня повяжут, железом будут сжечь уста, и отрекаться мне прикажут от веры в Господа Христа, я и у смертного порога не испугаюсь, не сломлюсь, к стене поставят, но от Бога я никогда не отрекусь. Я не предам, я не посмею, я выдержу, я все пройду, своей души не пожалею, но здесь давай на чистоту. Остановись, копни поглубже и максимально приглядись. Мотивы, увлечения, нужды, чем ты наполнил эту жизнь? Зачем нам ждать того, что будет, и как мы верностью блеснем, когда сегодня нас так мутит, что мы зачеты не сдаем? Зачем нам ждать времен гонений? Скажи, зачем нам сжечь уста, когда на них от осуждений и без железа чернота? В наш век другие инструменты и методы врага хитрей, и отречение моменты все незаметней для людей. Условия для нас получше, и мы порой почти глухи, когда нам правду прямо в уши кричат до хрипа петухи. Зачем о будущем? Сегодня, сегодня ты готов страдать, когда открыта преисподня, чтоб даже избранных сломать. Проверь себя, не отречешься, когда наступит на мозоль. Спроси себя, над чем смеешься, как реагируешь на боль. Быть может, время для молитвы ты променял на суету и даже не заметил битвы за верность Господу Христу. Зачем за будущее браться? Может, давно мы отреклись, когда предпочитаем сдаться, идя с грехом на компромисс? Когда не брезгуем соблазном, щепоткой лжи, блуда, суда, и в обольщении опасном кричим: «Я б умер за Христа!» Но надо ли наставить к стенке? Ведь отречение внутри, его прозрачные оттенки найди в себе и рассмотри. Не надо ждать расплаты кровью, не жди и дула у виска. Ты лучше в интервью с собою сегодня не предай Христа. Аминь.